Турнир по мини-футболу, инициатор которого Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области, проходит в городе над Богом не в первый раз. Но если в минувшем году за победу сражалось всего 3 команды, то в 2017 их число выросло до 7, что существенно отразилось на характере борьбы. Занять место на пьедестале почета хотел каждый. Я считаю, надо бороться все-таки за места. Если ты вышел на поле, ты должен доказать самому себе, во-первых, что ты сильнее своего соперника, ты должен его быть сильнее и занять достойные места. Очень полезно, конечно. То, что как-то поощрить детей, то, что пришли, приняли наше приглашение и хотят каждый сразиться за победу. Каждый хочет показать себя игрока, как состоящий в команде, может играть и может показать лучший результат. Одна из главных целей турнира – пропаганда здорового образа жизни. Однако еще одной важной задачей, которую ставят и успешно решают организаторы, является профориентация молодежи. Конечно, непосредственно во время матча разговаривать невозможно, но в перерывах школьники смогли задать следователям интересующие вопросы. Настоящий турнир – это часть многомерной работы, которая проводится Следственным комитетом по ранней профориентационной работе с молодежью. То есть сегодня Следственный комитет принимает ребят как из вузов, окончивших юридические специальности, так мы и ранней профориентацией занимаемся в средней школе для того, чтобы привлечь максимальное количество абитуриентов на Следственный экспертный факультет Академии МВД Республики Беларусь. В турнире образца 2017-го победителем стала команда Управления Следственного комитета. Второе место заняли ученики 26-й школы. Замкнули тройку лидеров учащиеся 6-й Брестской гимназии. Все призеры получили кубки, дипломы и медали. Однако без поощрений за приложенные усилия не осталась ни одна команда. Все участники турнира получили в подарок сладкие угощения. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.